В станице Северской в парке имени Пушкина прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко дню образования Кубанского казачьего войска. Празднование 324-й годовщины началось с молебна. Со знаменательной датой казаков поздравила заместитель главы администрации Северского района Светлана Зубко. С днем Кубанского казачьего войска, образование Кубанского казачьего войска. Совесть, доблесть, честь – это те слова, которые присущи каждому казаку. Я желаю, чтобы в вашей жизни доблесть и отвага всегда были на первом месте, чтобы было у вас здоровье, чтобы ваши семьи были настоящим тылом для вас, уважаемые казаки. Всего вам самого хорошего! Отличившихся казаков наградили грамотами атамана Северского районного казачьего общества. Каждый из них внес большой вклад в возрождение, становление и развитие казачества муниципалитета. Праздничное настроение гостям дарили артисты Дома культуры. Юные казачата, участники казачьего военно-патриотического клуба «Восход», выступили с показательными номерами. Торжественное мероприятие завершилось сменой почетного караула у памятника героя Советского Союза Семена Григорьевича Соболя и праздничной ярмаркой.